холодно. Зимой они убирают. Так, а где же бывает цветок, которых уже разобрали, да? Ароматная душистая. Вот нашел, вот она, фризли. Кто-то сюда бросил. Герань-герань, которую бабушка любит. Ароматная душистая. Но здесь она только розовая. Кто-то опять спутал или что-то другое здесь что-то было. А, вот что. Я знаю, что герань вот она. Ту я забрал. Все, уже разобрали, нету. Меня тоже разбирает. Махом, ага. Махом разобрали, которая была такая. Только белая осталась и такая. Ага, все. Понял, ту разобрали. Я последний успел взять, тогда весь тебе спасибо тоже. Из-за тебя взял, которая вот такого цвета. Кустистая. Эти хорошие семена, да. Опа. Что-то нынче петуния мало. В прошлом году много петуния было. И, наверное, еще все, здесь овощи. Да, мы-то один цветок любим, даже готовы из жизни уйти, если его не будет, что он круглый год цветет. Нет, я как-то купила импортную розу. Угу. Еще такой чайник была. И она у меня первый год там цветы, на второй вообще штук по 40. Это что-то было. И все, я заболела ими, и теперь вот они цветут, когда шапками так цветут. Ну да, понял. Иногда до 200 штук на одном кусту так. Ну это на улице, но... На улице. Ну я говорю, а мы-то комнатные любим. Нет, особенно. Есть такие маленькие, которые... Есть, которые, да, кустистые розы, держать, да. Да, на балконе. Кока-кола Мэн. Тебя зовут Кока-кола Мэн? Да. Расскажи вообще, где ты, где родился? Где? Кемерово, в Сибири. Давно на улице так, в такой одежде ходишь? На, с 3 лет, на, вот знак, цифра 3, на, с 3 лет. Людям люблю особенно помогать пожилым в деревнях, кому что перекопать или перекидать уголь, там дров нарубить, либо что-нибудь посадкой заняться. Вот так вот, за компанию Кока-Колы. За работу Кока-Колу дают, а кто не может, на. Вот что дают. Что, не знаешь, что это, да? Ну и все. Денег. Да. Ага. Что, многим уж бабушкам помог? К врате не вру, их не пересчитать. Не пересчитать их. Ну, где-то, я тебе хочу сказать, около где-то, можно сказать, 50, если не больше. 50 человек пока что. Вот, а другие-то все переехали, уехали отсюда. Все новенькие. Вон дети как кричат. Они помогают тебе интервью снимать. Да, чтобы знали. Вот так вот, вот. О, видишь их? Давай. И все, они сейчас... Вон, видишь, они сейчас на камеру попадут, и все. Классно тоже, видишь? Вот так вот, вот. Они скажут, а как я туда попала? Наверное, Кока-Колу снял. Вот она хорошая, вот она. Ага, вот она. Еще люстра герань не так цветет. А это как для бекони. Вот. Там-то зеленая, здесь крыло. Вот она. Вот, комнатное растение. Бонусные тут я нету. Чтоб копилось. Плюс еще бонус. Я-то все знаю. А то вот ты ко мне сегодня звонишь, я аж удивился, боже мой. Тут собираюсь, потому что завтра 8-й, с голоду умирать, а ты звонишь. Потому что раньше 8 числа дед получал пенсию, давал мне 200 рублей, и все. Я тогда дальше проживал. Пакет надо? Нет. Карта появилась? Да у нас давно, и что? Еще в Новосибирске давали нам карту, в Новиксе. Мы уже даже в Новосибирске нам заменили. Вот и все знаем. Мы даже в Новосибирске знает, как клиент. Копим. 71 поплатим. А то вон там мне надо посмотреть кое-что. Голая база. Так вот. Как тепло на улице. Я вот хочу тебя спросить-то, если не секрет-то, да? А когда, если доживем до 8 марта, живы-здоровы будем. 8, слава богу, февраля уже проживу ради тебя. Буду жив-здоров. А ты мне правда, что ли, скинешь, дашь на колу в честь дня рождения, а? Конечно. Да еще ты потом скажешь, тогда мне Кока-Колу налей в рюмку. А то просто пряники здесь вкусные одни продают, они сильно хорошие с повидлом. Думаю, ладно, ну, потом надо их взять как-то. Они уцененные были, я их взял. Сильно вкусные, с повидом, такие хорошие. Сейчас их уже, наверное, нету. Ага. Как тепло на улице. Не мерзнешь? Сейчас даже мурашей-то нет, на. Хитрый ты какой. А когда мураши есть, солочок? Тогда мне еще жарче. Новую обувь купил? Да, потому что я шнурки не люблю. Мне шнурки влияют, а так разуйся, обуйся и все. Вот. Или когда пешком идешь это с Юрги или это самое с Томска, типа пешком идешь, развязывается и все. А это здесь ничего не развяжешься или ничего. Монро зашел, купил. Нет, одну пару-то мне женщина на Новый год подарила. Женщина, компанию Монро, она работает. Из-за того, что я морж закален, она мне и на колу дала. Прямо не верю в глаза, 200 рублей, и обувь купила. Вот так вот, дай бог ей здоровья. А я ее поздравил, у нее как раз день рождения тоже, 31 декабря. О, четко так. Я ее поздравил. Ну, особенно, если когда это заняться нечем, вот сейчас вирус идет, и когда был на днях, и когда мой месяц нельзя было из дома уходить, рассадой люблю заниматься, либо сеять, люблю цветы, комнатное растение, это самое, особенно Ваньку Мокрого. Им увлекаешься, и все, и дома сидишь, неохота на улицу, развлекаешься комнатным растением, рассадой, занимаешься, ухаживаешься за цветами, горшковыми цветами ухаживаешь, а за ним особенно в книге написано бы инструкция. За ним строгий уход нужен, за этим Ваньким Мокрым. Врать-таки не вру, было много, а видишь, все у меня раскупили, все обменялись. Я тебе это, ты мне это, либо продай мне, потому что его тяжело вырастить. И он не от каждой руки растет, только у кого легкая рука. Вот, они зря говорят, что-нибудь одно надо любить. Вот цветок я, допустим, только люблю именно Ваньку Мокрого, что он такой же водохлеб не может без воды, как и я. Вот так вот, что он водохлеб. Не зря же он, это называется, Ванька Мокрый. Много я тебе говорил уже, почему я его сильно-сильно с самого детства люблю. Сон даже про него недавно хорошее видел, а в жизни не забуду, а. Пока был в соседнем городе, в Новосибирске был летом, да, на Оби купался, да. А домой приезжаю, у меня же никого нету. Он у меня на окне все засох. Вот так я давай дома плакать. А деньги были у меня. Пошел на базар, это самое... Смотрю, нигде нет, только везде конченые эти фиалки терпеть не могу. Герани эти вонючие, типа, но они вонючие тоже маленько вызывают аллергии. Вот я бабулю выкапывал, на, чуть-чуть выкапывал, листья заденешь, у нее 30 кустов. Выкопал и видишь, что? Листья задел маленько. Ну, давайте про сон-то дальше расскажу. Пошел на базар искать герань, типа Ваньку Мокрого искать, дайте, хочу сказать. Смотрю, везде герани и фиалки эти конченые. А это самое, я давай держу прямо ж это у себя. Деньги-то сотни держу в руках. И бабуля подходит: а что ты, сынок, плачешь-то сидишь? А я говорю, нигде цветка нету Ваньки Мокрого. Хочу купить за любую сумму. Его на базаре нет, везде только герань, фиалки, эти кактусы, это самое. А Ваньки нигде нету. Так, а пошли ко мне домой, у меня дома целых 10 видов есть, это самое. Разного вида есть. И ты, я тебе любой подарю, а не продам. Любой возьмешь, какой тебе надо. И именно взял, какой, угадай, какой, а? Сдаешься, да? Розовый. Розовый, трехцветный, розовый, белый и зеленый. Он трехцветный, трехцветный. Фотка даже у меня есть на телефоне, я тебе показывал. Вот так вот. Видишь, что акция идет? Вон 35, не зря же цифру 3, я уже говорил, люблю. 35% скидка, вот так, в честь нашего праздника моего любимого. Родного, в честь дня рождения. Вот так, и они мне задарили, я тебе говорю, вон что, на. Буквально, после вчера, на тебе, а то уже скоро 8 марта, чтобы ты хоть кепку носил нашу, что ты у нас звезда. Пошли, временно покажу тебе что-то. Да, ну блин, даже здесь легализация стоит, ага. Ну блин, еще идет, а то так-то она стоит сколько, 500 почти. Да, 500 рублей, а так 300, но, блин, здесь, ну-ка, сколько, ничего себе, а, ну ладно. Я говорю, мне хватает на 3 месяца, ну-ка, сколько, фу, всего 650, ничего себе, как дорого, стоило 1500, а сейчас ничего себе, вот это да. Блин. Да. Ну посмотрим, может быть, блин, всего 600 пик. Ты прям кофеман. Да иди, да я только Nescafe Gold люблю, а остальное это Nescafe это мне или другой кофе никакой. Чай я вот зато не люблю, извини. Чай никакой не люблю. Кока-кола уже тоже с кофе тут добавлено, вон написано кофейное, да вот. Ой, блин, ладно. Только не могу, это другое, понятно. Ага. 300, ясно. В банках я не люблю. Да, потому что Ванька цветет, это типа новое, а как ты хотел, а гидрид какой-то. Он даже зато крутится, как и Ванька. Гидрид. Ты кто-то подарил? Нет, это моя. Когда весна, я одеваю всегда. В Новосибирске брал всего за 50 копеек. Вот она. Сейчас поздороваюсь. Привет, с наступающим тебя. Спасибо, что не забыла, что и меня поздравляешь. Видишь, даже они вон все помнят. Вот так вот. Что они тоже, он говорят, и тебя тоже с наступающим праздником, с днем рождения. Вот так вот, как все меня знают, вот. Ну это я пью по-новому, с нового века, по-российскому, а с горла кто пьет, по-СССРскому пьют, как пиво идут, пьют, это все пьют по-старинному, кто с горла пьет, а я пью по-новому, по-российскому, вот так, что я болею за Россию, вместе со своим Дедом Морозом, вот так, либо по имени Санта, а. Вот так ты, вот, вот. Деда Мороза любишь, да? Конечно, он меня, как говорится, выручает, спасает. От жары это раз, а это два, как говорится, подарками, а это три к Новым годом, что скоро опять будет Новый год и новый, как говорится, весна моя родная. Я же весной родился, я-то люблю на, смотри, только люблю на. Смотри, люблю в первую очередь весну, да, осень люблю. И что еще люблю? Зиму, и все, а лето не люблю. Вот так вот. Я же тебе говорю, почему цифру 3 люблю. Вот так вот. Вот с собой ее ношу. На, цифру 3, а? Че, не веришь, что это цифра 3, да? На, вот с собой ее ношу, цифру 3. Что Бог любит троица. Вот так вот, вот. Вот сейчас туда перейдем и все, блин, вот здесь сейчас. Или пойдем под мостом погуляем, учи. Пойдем, учи, туда вот так, навстречку я вообще-то люблю. Даже моя машина едет родная, которая меня знает наизусть. А? Какая? Скорая помощь, моя родная. Они же за меня вон отвечают вот так вот, что на учете состою. Они же знают, что я их клиент. Вот так. Ну-ка не 83-я, ну-ка 83 или 81-я. 81-я, иди ты, я-то знаю. Иди, вон видишь, блин, а? Видишь, блин? Наверное, это тебе сигнали тогда уже. Это тебе, что у тебя кока-кола в руках, а не у меня. Это тебе сейчас посигналю. Видишь, блин? Вот когда здесь гуляешь, я тебе говорю, блин, вот почему сумку такую сшил яркую и за Ваньки мокрую, чтобы все видели, что я сда. А то один раз, парень, я тебе что-то сигналил, а ты что мне не помахал светофором своим красным, а? А потом все будут спрашивать, а что ты там на набережной гулял с каким-то парнем с камерой, наблюдением, а? Что он хотел с тобой сделать, а? А ты что говоришь? Я говорю, не знаю, он мне просто, я говорю, кого купил, я гуляю и все. А то я жду и не дождусь, когда мне перестанут сигналить, а. Иди, кати, кати! Я-то умею по ногам маленько сориентироваться. Вот так, все. Я-то знаю, где можно, блин, бабахнуться, а где нет. Вот так по течению плыву вон туда, до Кировского. И потом еду домой, сажусь на 51-й, сюда в центр к нам. Вот сколько раз вот здесь плаваю, а они мчетники. Сюда к берегу плыви, эй! Кока-кола, к берегу плыви. Я тебе дам, опять уплыву на середину. На тебе, кока-кола, иди сюда к берегу. На тебе сотню, иди сюда к берегу, а. А я пока буль-буль-буль-буль, они. На тебе 100 рублей, пока не плавай. От того моста, от деревни Красной люблю нырять, от того моста, от Терешкова. И плыву до Кировского. А если погода хорошая, жаркая, прямо знаешь, до куда уплыву, а? Да Юрги, я тебе говорил. Да юрги прямо. А потом пешком иду с Матрасмани. Раз у тебя бутылка с собой, садись, я еду в город, в центр еду, я тебя довезу. Я же знаю, что ты в центре постоянно гуляешь. Еще до пенсии ровно неделя, полтора. А есть-то охота, блин, молоко. А это самое, а почему именно молоко пью, я тебя не обману. Когда молоко попьешь, по маме не скучаешь. Да. Видишь, какой я дедушка старый, я уже. А почему не веришь, а? Да потому что ты выглядишь молодо. Это потому что у меня жены нет, от жены быстро стареешь. Я знаю людей, которые и без жены, они выглядят старее, чем ты. Это потому что везде они кока-колу-то не пьют, да? А пьют, и они потому что ходят на, в курточке ходят. Вот правильно. Надо закаляться, надо. Да, дайте я хочу сказать. Вот мясо же не портится в холодильнике, да, при такой погоде даже на балкон выносит. И также человек от холода, кожа и кровь обмолаживается. Врачей даже спросил, у врачей. А? Врачи даже советуют закаляться. Вот и почему я тебе говорю, молодо выгляжу. А насчет этого я тебе правда говорю, что у меня жены нет, из-за этого я еще моложе. Не зря же есть песни, вот смотри. Девушки бывают разные, но они у нас все заразные. Вот так вот, блин. Они же все заразные, мужиков заражает сразу. Все алименты плати, я забеременела. Вот так вот, вот. То есть, если забеременела, это значит заразила? Да, конечно, уже у меня, значит, не детская кровь, а уже женская роль, и все. В моем враге, даже я тебе серьезно говорю, даже врач меня хвалит, ничего себе, как ты себя бережешь, что у тебя до сих пор детская кровь, ты детственник до сих пор у нас, а? Я тебе правду говорю, что я до сих пор детственник, вот так вот, вот. И у меня еще ни разу не было, как идут на свадьбе, кричат «горько, горько», а я иду «сладко, сладко». И вот, и сразу раз у тебя сладко, дайте я со свадьбой, с фото своей свадьбы, своей женой, на тебе на колу сотню, а, дайте я сфотою, а. И вот меня постоянно вот здесь девичный огонь фотоют, а. А я вон там гуляю, я смотрю на воду свою любимую, охлаждаюсь, я не, на тебе стольник, дайте я сфотою со свадьбы, иди сюда, вставай к нам на середине, тем более у тебя бутылка с собой кока-кола. Вот так, на тебе еще на колу. Ой, какая погода хорошая. Когда вот я тебе говорю, хотел вон там, когда жил в общаге, вон наша общага, вон там на Московском, где Красное озеро, да? Хотел погибнуть, а скоро приехала, меня забрала. Сказали, живи и живи, не дадим мы тебе погибать. Вот так вот. А почему ты хотел погибнуть? Так в общаге это у нас это называется тараканный блок, там без конца, блин, в двери бум-бум-бум-бум. Дай закурить, дай воды, дай соли, блин, дай мне хлеба, а? Без конца стучат, не дают спать, отдыхать. А когда маленькая погода вот такая плохая, снег идет или летом дождь, я круглосуточно люблю спать, отдыхать. Ага. Вот так вот. Я не люблю долго-долго вставать, не могу. Организм закаленный у меня с 3 лет, ясно. И тем более еще, чем холоднее, чем себя легче чувствую. И для этого мы в Сибири живем. В Сибири живем. Вот так вот. Вон даже по телевизору говорили, один дед молодец, мои слова повторил. Так я в Сибири родился, и мы в Сибири живем, из-за этого нам и не холодно, из-за этого я зимой купаюсь или выхожу раздетый. Вот так вот. А что, какие-то заболевания есть? Ну, только сердечное, и все, одно сердце, и все, что маленько сердце болит, и все. Вот так вот. Что жару не переношу, что только даже погода влияет, это самое, на магнитная волна. На сердечное заболевание. А сердце не шутка. Об этом по телевидению, по радио даже говорят. Это сердечникам не выходить на улицу, что будет 3 или 5 дней подряд магнитная буря. С 1 по 3, когда было, вот так, вот. Магнитная буря была, вот так вот. Я даже сразу ощущал и старался не выходить. И в общаге все спал. Вот так, да и таблетки пил, кардиомагнил. Да, я тебе говорю, я могу даже... свалиться на левый бок. Вот так. Выключиться? Да, конечно. Было такое? Конечно, сколько раз бабуля скорую вызывала, а теперь некому вызывать. Вот так. Валидол-то старинное, ясно, лекарство. Оно четко помогает сердцу. Либо магния еще 3. Магния-3 вообще еще лучше помогает. Магний-3. Вот те сердечные лекарства, уже я все знаю. Даже с врачом пресориентировался, отчет хотел. Вон сзади тебя даже пацаны угорают, пальцем показывают, дурачки. А пальцем показывать нельзя. Вон на велик садится, все уже, вон. Да, вон он, все. О, его как раз, о, ура, кто на камеру попал. Вон, видишь, вот так. Они будут твои напарники. Вон даже вода идет, что лед уже разошелся возле берега. Ага. Ну ты купаться еще пока не... Так иди ты, потом пора лед-то как стекло, потом боишься, блин. Ну да, с краю это опасно. Да, я тебе говорю, начинаешь проваливаться, и колено, вон, на, смотри, как в Евка я купался, вон, на! Колено как начинает сразу царапаться, блин, хитрый ты какой, я... Вот так вот. Вон, слышишь, сейчас этот парень? Вон тот, слышишь, что сказал сейчас? Кукмен опять наш. Знакомый Кукмен, он слышал, а? Давай, залив. Видишь, какой я дедушка старый, а? На, какой я дедушка старый. Я их просто изображаю. Давай больше их обгоним. А ты так в детстве не бегал? Бегал, почему? Всегда. Только не здесь, а знаешь где, а? Где? У нас, блин, в новостройке, в деревне. Угу. Где там пугачи находятся, там еще лучше бегать. Там-то машины вообще редко ходят. Совсем там пусто у нас в пугачах-то. Ты-то не думай, где я только не жил. И в Шевелях бегал, блин. Сколько лет прожил в Шевелях. Я где только не жил, я тебе говорю, а. Ну, вон что... ты уже и то замерз, уже начинаешь... А я нет. И ты скажешь, что я тебя простудил, а? Ты скажешь. Как ты меня мог простудить? Так в другой раз, ты один раз меня парень-то говорил, что я рядом около него ходил, и я его застудил, простудил, я стал виноватой. У тебя мама сейчас где? Так она же уже давно умерла, я тебе говорил, ты чё? А чё она умерла? Старик? Нет. Бухала? Да. Она даже, я тебе говорю, печень не выдержала, умерла от печени. А отца у меня не было никогда, отца-то у меня не было. Вот так вот, я тебе говорю, в интернате даже жил маленько. Получается, ты с дедом живешь? Да. Ага. А дед-то как, не голодает? Сидит? Маленько голодает, я тебе не вру, что потом он, ничего у него нет, он любит сухари с водой, есть как в тюрьме. Ему уже 90 лет. А ты его чем-то кормишь? Так он уже, он ничего есть-то не любит, кроме картошки, блин, или каши тоже своей. А кто-то помогает вам вообще? Нет, уже все, эти, говорю, поумирали, все. А что, как он вообще выживает тогда? Ну как, в другой раз соседка только что-нибудь приносит, и все, это Марья Васильевна, баба Маша. Они давно, они вместе работали на заводе «Кузбасс Электромотор». Они знают вот друг друга, она еще помогает немного, и все. Потом уже пенсию дожидаемся. И больше никто не помогает? Нет, я тебе говорю, все уже на том свете. Я тебе говорю, что тоже почему хочу уйти скорее туда. Почему? Так и кормить-то меня некому, теперь дать-то мне. Тем более, что думаешь, зря 8-го родился, что ли? Что 8-го начинаю голодовать, есть хочу сильно. Вот так вот. Сейчас бы не ты был, я тебе говорю, уже не знаю, что было бы. Бабка сама пенсию тоже потом говорит, у меня нет, я его соседки взяла себе на хлеб. Угу. Вот так вот, иди мне помоги, я тебе только с пенсии дам. Ну, блин. Ты пешком пройдись или пробежись, на, вот так пройдись. Я люблю пешком бегать даже от Топков до Кемерово, пешком люблю ходить или бегать. Или когда по течению плыву, денег нету, да, если у кого есть, от Юрги иду пешком до Кемерово. На, чё тебе, а? На. Все, ладно, гудбай, это ты попей кока-колу, тоже у тебя будут такие же, вот, будет ха-пау, и будешь себя защищать, а? Это любимый герой Терминатора, да? Да, это 02, мне говорили, Терминатор, ты что здесь опять людей пугаешь, иди в другое место гуляй, а? Терминатор, иди со своей бутылкой, а? Иди, людей не пугай, даже многие люди, это, ой, молодой человек, отойдите, мне холодно около вас стоять, а. Многие на остановке, те, как на тебя не посмотрю, у меня мурашки, как у Наташки, сразу бегают, а. А ты им что говоришь? А я говорю, а мне зато как на вас не посмотришь, меня в жар бросает сразу, а. Вот так вот, как будто я в Таиланде нахожусь. Вот так вот. Это все в минус 30, да? Да. Не зря же, я говорю, цифру 3 люблю, что там цифра 3 есть. Когда минус 30, мне вообще, ой, еще когда вот такое небо, как сейчас, вон, это чистое вот такого цвета. Вот так вот, ха-ха-ха. В Кемерово, как говорится, или у нашей в Сибири уже все знают, да, меня. Все знают. А вот других только в других странах или в других, как говорится, в городах только знают ради интернета знают меня. И из-за интернета смотрят, это же ты ходишь всю зиму такая, корефан, ты настоящий дружище сибиряк. На тебе тогда на кого, что ты все не холодно, тебе не одеваешься. И еще ты говоришь, одежду чего не покупаешь. Экономно живу с детства. Экономика это раз, а это два, я не хочу деньги на ветер. Сейчас одежда вот стоит, на. Вот так вот, вот. А мне лишь бы летняя была бы. Я в компанию Adidas захожу вот сюда, на ФПК. Или, как говорится, там на Радуге где-нибудь, или у Атланде. Они говорят, уже знают, вон там только все твоя летняя вид, летняя одежда, здесь вся зимняя. Но мне экономно вот на компании Adidas, на. Вот и все, мне кроме шортов не надо сильно ничего. Вот так вот. Есть компания Adidas, и все вот так вот. Вот, ха-ха-ха, мне компания Adidas помогает, и Adidas не дает мне по-зимнему одевать зимнюю одежду, вот так. Если бы шортов бы не было, тогда пришлось бы, конечно, трико бы одевать бы, вот так вот. Сейчас даже продавщицы похвалюсь, что у меня для Ваньки появилось. Вот, здравствуй, Ванька. Ванька не погиб мокрый? Нет, нет, нет. Не погиб, но ты его накрыл, полила? Земли добавила, все сделала. Молодец, а то земли не добавишь, тогда он погибнет. Добавила. Все, ну давай, все, ладно. Как ты сказал, все ну, сделала. Ну так. Все. Самое главное, он у тебя расти начал, да? Береги его. Такого цвета будет. Ага. Все, ну ладно, давай, только смотри, поливай его, а то опять погибнет. Он даже, я тебе говорю, все дружат со мной, что я всем раздал уже. Всем. Я тебе говорю, видишь, даже пожилые люди со мной, что я тебе не вру. Они ой. Все, принеси мне, даже вон тот охранник у меня просил. Ничего, радуюсь, что у меня подарок появился Ваньке Мокрому. Вон, что мне купили, на. Из-за Ваньки Мокрого подарок к Ваньке Мокрому купили. И теперь можно радоваться. Сейчас в библиотеку схожу, я тебе говорю. В библиотеку, где там Ванька Мокрый мой. Инструкция. То есть я говорю, вот хорошо, что у них книга была хорошая. Вот здесь. Вот здесь я. Уже дорогу знаю. Вот сюда. По-моему. Сейчас, секунду. Где-то вот здесь, по-моему. Вот. Вот она. Сейчас уже даже на 31-й странице. Вот какая клевая книга у них. Комнатное растение. Вот. 31-я страница. Уже запомнил. Так, это бекония. Бекония не люблю. Она нежная, быстро ломается. И погоду не показывает, как Ванька Мокрый. Сейчас я покажу. 31-е. До этого зашел, посмотрел я. Вот она вот здесь прячется. Вот он, по-моему. Сейчас, секунду, где тут? 31-е. Сейчас подальше. Так, секунду. Мой хороший полосатый, как на семенах я тебе показывал. Ага. Уже даже запомнил, заходил. Вот он, на. Вот он, мой родной любимый. Вот я тебе показал, который у меня сейчас цветет. Ага. Вот он. Вот такой у меня, вот как сумка. Вот он полосатый. Вот так вот, мой хороший, который у меня тоже цветет. Вот мой сладкий. Вот такой особенно люблю с детства. Почему сумку подобрал себе цвет из-за него. Мой хороший. Мой сладкий, мой хороший, мой хорошенький. Мой хороший. Без тебя не могу я, мой сладенький. Аж не могу. Вот. Купился я, но только что поменьше книгу, где-то вот такую поменьше фигуры за 300 рублей. Но это дорогая, ага, 615. Вот, мой хороший. Вот так, что тебе не вру. И здесь вот написано, что он великосочный. Вот так с краю остаются сахаринки вот здесь, что он великосочный. Зима скоро будет. Ура! Ну, врать-то я не буду, как говорится, особенно начну, как говорится, купаться, либо это самое, по мосту гулять без майки, без футболки даже. Буду временно, если вот такая будет небо, вот такая погода, как сегодня, вот, это, снимать буду маечку, вот так, охлаждаться. Радоваться и охлаждаться, вот так вот. Без еды можно продержаться около месяца, а без воды в течение 3 суток человек умирает. Это здесь ты прав, да. А давайте я просинитироваюсь. Я тоже как врач, даже у меня врач спрашивал, откуда ты знаешь? А я говорю, знаю. Кто много знает, смотри, много причин. Первая причина, кто много молока пьет, это не влияет. Кто сметаны много ест, это 2. Это три, кто кефира много, активия или кефира, особенно бифида кефир, кто много пьет, по 3 литра. Это не влияет на компании здоровья. Вот так вот. Не влияет? Нет, почему я до сих пор ничего у меня не болит, вот так. Ты же зараз не съешь 3-литровую банку сметаны. Получается, ты зависимый от кола-кола? Да. Как наркоманку какого-то? Иди ты, блин, а ты как, блин, ну иди ты, а? Тогда я давай перейду, знаешь, на что, а? Тогда на лимонад, как в СССР. В СССР-то я маленько, когда вот кока-колу-то не было у продажи. Сказать, что еще какой лимонад-то? Люблю с детства один, а? Вот, тархун обожаю. Вот недавно я тебе хочу сказать, у меня в кармане всего 30 рублей было в наличку. Захожу в Майера, да? Бутылка всего 23 рубля, 1,5 литра. Я думаю, ничего себе. Она уцененная была, что типа это самое уже срок истекал. Я думаю, ну-ка дай-ка заберу. И втихушку ушел, давай тархун пить под мостом. Вот так вот, вот. Чтоб никто не видел. А что ты кока-колу предал? Что ты на тархун-то перешел, а? Чтоб мне не говорили. Вот так. Тархун я тоже люблю. Из всех лимонадов, я тебе хочу сказать, все время раньше в Чебурашках были. Тархун брал по 5-3 бутылки тархуна. Вот. Вот так он мне нравится с детства. Он же вообще полезнее, чем чебурашка или это, блин, буратино там. Ты ждешь футболку, да? Ну да, а чё? Я ее принес. Она у меня здесь. Блин. Смотри. Ну, блин, ну где ты взял ее? Где ты? Сделал. Фу, блин. Ой. Чё? Ну, блин. На, смотри. Огонь? Нет. Ну ты посмотри, что ты? Где ты, блин, ее нубил? Что ты мне там, блин? Ну ты да... Блин, а... Ну еще, блин, ты мою цифру, блин... Хитро ты, блин, что мою тройку, блин, эти... 3-3, ну блин, а... Ну ты же, твоя любимая же цифра. Блин, а сейчас сильнее из тебя будет скоро мне сигналить, а? Ну это ж хорошо. Блин, взял мою тройку родную, сделал, блин, а... А что, не надо было делать? Ладно, блин, что... Ты же сказал, что только цифру 3 можно оставить. Да, блин, а что, я тебе вру, что ли? Иди, вот спасибо вот за тройку, ты будешь считать, что я чемпионат мира по номеру 3. Я для этого терминатор. Как мне 02 сказал, что без очков никогда не ходил по городу. Чтоб ты всегда выглядел у нас терминатором, был, чтоб всегда борзой. А ты хочешь поспорить, что я... Я говорю, одноглазый или бухой, или типа наркоман, как будто, да, думаешь? А другие-то говорят, что я глаза прячу, просто я одноглазый, или как Диана Грудская, слепой. Ну, я знаю, что ты терминатор. Да иди ты знаешь. А если бы я слепой бы тебя видел, где бы твои пальцы торчит, а? Нет, конечно. На, блин, ну дай его посмотрю, блин, на. Все, не наезжай. Слушай, а у тебя прям спотели, да? Ты прям вообще весь спотел. Да, блин, конечно, я тебе говорю, потому что жара на улице. Жара. Что, я тебе вру, что ли? Что жаркий. Видишь ты какой, я нашел. Ну ты футболку будешь мерить сегодня? Так и... А чё? Ну, я не знаю, в смысле, в том плане, что футболка... Да здесь-то нельзя, здесь камера наблюдения, тебе сказал. Да? Да, я не слепой, тебе говорю. Все, удивился, какие глаза, да? Ну, нормально у тебя глаза. Да... Какие карие у тебя глаза или нет? Иди, ты как Ванька зеленая. Еще я тебе хотел сказать, и летом-то знаешь, что надо его делать, а? Летом-то, а? Че? Шикать, чтобы... Брызгать один раз, да. Один раз в неделю. Он на... Ты же дышишь, он ну, листья-то любит дышать ну... тоже как... Все, поезд ушел, хватит. Блин, сейчас все мне еще сильнее. Парень, дайте я сфоту, дайте. Блин, сейчас еще сильнее. Ну ладно, уговорила, блин, давай. Одна нога здесь, другая там. А потом пельмени не купил. Конечно, видишь, как нормально сел. Самолет даже надо мной. Тебе не надоело плыть, ты уже целые сутки плывешь. Самолет МЧСники пролетел, а они потом позвонили в МЧС, им сказали, кто это, не трогай, если у него есть вот бутылка вот это мы знаем свой местный, не надо, это рыбка золотая, пусть плывет, если у него бутылка есть с собой, пусть. Да, конечно, они меня не штрафуют, слава тебе, Господи, а если будут лезть, они знают, что я специально начну тонуть и специально буль-буль-буль-буль-буль, и как нырнуть. Буду плыть, что я рыба по гороскопу. Они же говорили, жаль, что ты еще рыба по гороскопу и звезда, мы тебя не будем трогать. Все, плавай, только лед пусть уйдет. Вот так вот. Они как мимо на своей с повозками оранжевыми не едут, своей мигалкой все время тоже. Сейчас мы тебя заберем, что ты гуляешь с Кока-Колой. Я прикалываю. А им ничего, здравствуй, забираю, и все. Я им ихнюю руку показываю, что они относятся к полиции. Забирай, ради бога, меня, и все. Они раз-раз, два-два, три-три, давай, садись в машину. А сами не посадили и уехали, вот так вот. Когда не знали, еще они мне говорили, другие, извини, они новенькие, они из друг... Многие-то с Новокузнецка и из-за жен переезжают. Они новенькие, они тебя еще не знают, все, и только не нервничай, а то сердце у тебя заболит. Все, а мы объяснили, кто ты у нас такой в Сибири, в Кемерово, они тебя больше трогать не будут. Все, когда они еще на отках начали, на моторных, зын-зын-зын. Ты, да, документ есть, что ты на середине в такую в холодной воде, блин, плаваешь с бутылкой. Они же не знали, а как я начинаю на воде своей Кока-Колой наяривать и как начинаю на воде психовать, они сразу, ладно, ладно, нам объяснили, кто, все, плавай, плавай, плыви дальше, куда хотишь. А потому что я рыба по гороскопу, это раз. А это два, что человек не может без воды, это три, обожаю воду свою, я себе даже в этот раз купил матрас себе новый, вот так вот, новый. Конечно, да, один-то у меня в деревне выкупили или забрали, это по дешевке. Вот так вот в деревне, нам подгони матрас по дешевке, а себе-то какой-нибудь другой купишь. А тот, я его продал ради знаешь чего, а? А он потому что шуршал, вот так плывешь и руку натираешь. Это самое, и он потому что теплой штукой покрытый, материалом вот таким, на. А у меня вызывает аллергия, если мокрая вот так лежит рука, аллергия вызывает. А когда гладко, как в детстве были гладкий материал, тогда во, и спать можно на нем. Вот, так я даже сейчас на нем сплю в общаге, у меня же ни кровати, ничего, я с детства на полу люблю спать, а на полу полезно спать. Я не люблю кровати с детства и дивана. От них только букашки заводятся, и клопы, и тараканы, и насекомые. Деньги на ветер. Мебель покупаешь, потом у тебя там насекомые, либо уже все от старья. Диван не мягкий, уже все. Диван надо какую тяжесть отодвигать, а матрас сдул, свернул, положил на полочку, протер пыль шваброй с компанией Доместос. Пыль, микробы, чтобы убила и вирус убила. Доместосом, особенно Доместос у нас самое лучшее, чем корм, чем там хлорка или чем, как говорится, это пимаксоль вообще г, что попало. А Доместос, во! На, пожалуйста, на! Так я тебе и говорю, блин, а как гаишный, а? Ну-ка, гаишника изобрази, дубинка. Да я не умею. Так у меня дубинки нет, чтобы тебя изобразить. Так? Деда, блин, ну ладно, блин. Да как гаишный цветок? Да как, а как? Че, не знаешь тоже? Нет. Так тогда тебе сначала про... Че ты, блин, там, я тебе сейчас дам. Чтобы научиться потом, посмотреть. Да, блин, вот так делаешь и дуй сюда, и все, вот так вот, да. Угу. Все, блин, и вот так вот. Вот простой, а сейчас... Раз, два, три, скорее, 6-6 на связи, я слушаю вас. Скорее, 1-1, я на связи, сигнал есть. Скорее его задержи, там машина 6-3-1-1, скорее. Хорошо, я слушаю. Ау, ау, ау. И все, блин, ну так ты изобрази, а. 2-2, скорее его, скорее давай, он тонет, давай. Сейчас я на связи, давай. 1-1, слушаю, я на связи. На, пожалуйста, блин. Вот так вот, блин. Вон как взорвали. Видишь, сколько уже воды, вон. Да как это сделайте, говорю, а? Сделай, да? Да я не умею так делать. Да а что ты, блин, долго пальцем так сделать, блин, и все, вот сюда дуишь, и все, вот так вот. И все, блин. 2-2, скорее его лови. Я на связи. 1-1. Скорее. Сейчас, слушаюсь, есть. Давайте. Мау. Все, поехали, да? Деда, да, блин. А то еще и кто-нибудь сюда прибежит. Видишь, какая экономика, зато мне не надо, блин, свисток покупать. Вот так вот, вот. Одежду не надо, свисток не надо мне. Женат тоже никогда не был, да? Нет, извини, любовь это только... Андрей Малахов сказал, только это болезнь, ясно, и не ватрёпка. И мой врач сказал, не вздумай жениться, тебя жена всего-всего замучит, всего. И тем более не даст мне... Вставай, иди кран подчини, а. Вставай, иди мне розетку подчини, а. Вставай, иди давай мне там нож подточи, а. Вот третья причина. И тем более из-за 8 марта я их боюсь. Да, потому что в лишний день попал 8 марта на свою днюху. Если бы не было бы 8 марта день рождения, тогда бы женщина бы не боялась. А в интернате меня девки гоняли, особенно по имени три, как говорится, девушки, три сестры по имени, по фамилии Колгашкины. Три Колгашкины, три сестры меня как гоняли. Вот так вот. Конечно, еще как меня били-били. С правой стороны было, как говорится, наше, как говорится, мужское отделение, а с левой стороны женское. Вот так вот. Вот так вот. А в левую сторону нам ходить нельзя было в интернате. Вот так вот. Вот. И жениться боюсь, потом извини. Это самое, денег вот на что не хватит. Потом жена скажет, иди прокладку купи, иди мне, пожалуйста, закуску купи, кольцо вот сюда обручальное, либо вот на это палец, либо на это, или вот на какой, на, кроме мизинца. Иди кольцо покупай, или все, тебя больше не люблю. Вот так вот, вот. Сейчас любовь это на, только все, я подаю тебя на развод, давай, все. А ты мне будешь только алименты за ребенка платить. Вот, а у меня, я до сих пор детственник, зато у меня и нерва, и душа спокойная. И Андрея Малахова, вспоминая, что он сказал, любовь это только вот что, на. И потом, кто победит, давай, все, я, как говорится, налево, а ты направо, все, до свидания. Все, давай я на тебя развод подаю. Вот даже врач, ну ты даешь, как ты свое здоровье берегешь, что ты еще ни с одной женщиной, с бабой не спал, не целовался. Ну ты даешь, как ты свой организм берегешь. А еще и добавок от жены, вот да, я тебе забыл сказать, на. От жены быстро стареешь, от жены быстро стареешь, потому что у них заразная кровь и роли. И добавок от жены будет тебе холоднее, придется, правда, не только в шубу и даже в пальто носить. От жены становится холоднее. Вот так вот, вот. А что я до сих пор детственник, и вот как по-детскому до сих пор бегаю, хожу раздетый. Еще я молодо выгляжу, другие говорят, что ты молодо выглядишь, я говорю, потому что у меня жены нету, у вас вечно на свадьбе горько-горько, у меня сладко-сладко. Вот так вот, вместе с Кока-Колой. Что у меня, если была бы жена, я бы Кока-Колу не пил бы. Сейчас бы давай-давай наяривай пиво или вино. Либо вот что, алкоголь. Когда с женой поцелуешься, тогда хочется алкоголь горько пить. Сразу хочется либо вино, либо коньячка, либо что-нибудь, как говорит, поцеловался, значит горько. А пока жены нет, буду пить Кока-Колу, знак, что у меня жены нету. Извини, я даже на свое 8 марта ни разу в жизни не выпил алкоголь. Мне предлагали дорогой коньяк, давали в подарок. А я говорю, не надо, а это в Новосибирске родня. Я говорю, не буду брать. Всегда вот что пью, в честь это дня рождения. Или когда ты денег нет, кофе, Нескафе, самое хорошее, Голд, Нескафе, о. Ну вот так, с печеньем, по-детскому, что я до сих пор детственник, до сих пор пью кофе с печеньками, с конфетками, либо с тортиком, с пирожным. И не надо мне вот это, даже мне не надо закуску, салат алье не надо, колбаску не надо, лишь бы каша была бы гречневая бы, и печенье с кофем, с молоком, и все, вот так вот. Ничего. А ты спробовал с моста нырять? Нет, ни разу. А я тебе пробовал. Только вот здесь нельзя, здесь мелко, когда я плыл. Вон с того, с Терешкова, там знаешь, глубина какая, и дно не... На, смотри, что, как я делаю, на. Матрас кидаю, а потом следом за матрас Кока-Колу кидаю, и потом все, я третий ныряю, вот так. В первую очередь матрас кидаю, потом бутылку вторую, а третий я уже, вот так вот. А чтобы не пораниться, я тебе хочу сказать, и дно не задеть, или голову не поранить. Только, конечно, маленько будут у тебя пятачки, как синяки слабые от воды, да? Вот такие? Нет, это ото льда, что вот так я люблю льдом, я тебе говорю, пойдем. Ага. Ну и вот. Ты знаешь, как надо нырять-то, я тебе говорю, а? Как ты ныряешь? Солдатиком? Вот, видишь, по-солдатскому, да, блин. Я здесь только тебе говорил уже, что до 1 июля люблю, до 3 купаться июля. И все, потом я не купаюсь. Жду, пока вода будет моего любимого цвета, вон такой, как небо. Вон. Денис, как дела? У тебя там что на матрасе в мешке? Футбола? А что там у меня? Денис, ну передай привет. Я всем, мне передай. На, 5 рублей, на. На, 5 рублей. Садись на борт, догоним. Давай. Ага, потом с меня много содрешь. Ой, Денис, ну что там говоришь? Садись, давай. Денис, что тебя, до набережной или куда? Если можешь, только хотя бы до моста. Вот, бери, Денис. Все, тихо, не урони ничего. Хорошо идем? Да. Ну матрас ты потяснул, плыл, наверное, да? Иди, да. Вон там-то когда купались зимой, какие-нибудь рыбак рыбались. Да, встречать, это церковь, это. А не зря же есть песня «Руки вверх». Забирай меня скорее, мне 18. Вот мне 18 исполнилось. Бабушка приехала с мамой и забрали меня вот так вот. Да, конечно, еще я даже один раз... Почему я холод не боюсь? Я даже крещенские морозы обожаю. 19 января сбежал с интерната, пешком шел до Кемерово, с Анжеро-Суженска. С Анжеро-Суженска. Пешком шел 19 января до Кемерово, до бабушки. И все вот так вот. Не очень бывает крещенские морозы, это самое среднее, а всего было-то, я тебе не вру, если ночью, то всего, то, конечно, было-то где-то как раз 19 на 19, 19 градусов всего было, 19-20 где-то было так, ну вот так вот. Нет, даже в сандалиях был, без носков. Вон носки-то даже не сильно люблю. На, смотри, не сильно носки люблю даже носить, чтобы грибка не было, даже носки не люблю, и зимнюю обувь не люблю, вот так вот, вот. Послезавтра-то уже снег будет, я тебе серьезно говорю, иди, блин, увидел, а из-за тебя, блин, наверное, блин, а увидели аж задом наперед, блин, хоть бы навстречку, блин, а из-за тебя, блин, а вот я жду, когда мне сигналить не буду, сразу шубу одену, а сразу шубу одену, да, я же жду, когда меня все забудут, сразу шубу одену, и валенки одену, и сразу буду... Сразу буду, как вы все, а? Вот так вот. А когда это, а раз мне сигналить, я до сих пор не хочу одеваться, вот так вот, вот. Я же жду, когда мне сигналить не будут, а. Вот так вот. Вон Ваньку мокрого я жду, когда мне его возить надо, опять же. Сейчас, подожди, оставлю Ваньку там мокрого. Вон опять даже Ваньку несу мокрого. Что, ты его садишь-то, что ли? Бабуля просит, а то она мне подарок не даст, денег не даст тоже. У нее горшки есть, она сказала, только банки привези из-под сметаны. Ага. Еще одного Ваньку везу, мокрого. А то... Да, ты руку пожму, хоть днем рождения. Спасибо! А то вот бабуле на 8 марта надо дать и просыни, она сказала, мне купишь, и тебе отдам даже деньги. Вон просыни взял. Что тебе сколько сейчас лет уже? 60. 40. 60. 40. Все, ладно, тихо, не мешай, дай Ваньку. На, смотри, сюда. Что Ванька, бабка, бабуля ждет, ты сказал, я тебя жду срочно давай, а то у нее она кот сожрал у нее. Что ты хотел, кофе, по-моему, да? Да, она вон по акции, большая пачка мне денег. Ну а ты не обидишься? Да, что смысл, подарок. Вон она даже на середине там стоит. Где же пачка? Здесь, по-моему, стой. Здесь другой, по-моему, ну, блин, наверное, здесь другой, который я не люблю. Вон, видишь, акция, вот она. Акция идет. Ну, давай пробьем сейчас. Вот, моя хорошая. Моя сладкая. И мне хватит надолго, когда кого нету. Где тут эта штука-то, чтобы мне... Сейчас посмотрим точно по акции. Так-то она стоит 1200, я это знаю. Вон, я говорю по акции, а так 1200 стоит, я тебе говорю. Пойдем, пойдем. 1200 так стоит она. Я-то все знаю здесь как клиент из-за своей, как говорится, ленты синего цвета. Ага. Вон смс-ка пришла, что сказали, до 13-го вам скидки на все продукты. Скажи, что хотел бы, а? Говори. А? Говори. Молчу, пачку что-то с кока-колы мне вкусно есть, а? Ну давай. Кириешки эти, которые сухие, где они, по-моему, там, перестановку они сделали. Уже последняя, вот, самая любимая моя. Со сметаной, потому что. И с укропом почти, вон. Зелень. Все, спасибо тогда. Больше ничего не надо, колу уже взял. Вот, ну да, давай тогда здесь мало. Вот сюда можно даже. Вот сюда стану я. Там, потому что уже все, здесь мало тоже. Там вон какая тележка здоровая. И сейчас некогда мне, я говорю, на вокзал пойду. Так ты не обидишься? Что обижусь-то? Договорились. Теперь возьмем большую кофе. Здорово, что ли? Иди, здорово. Иди, а то и так жарко. Жарко, что ли? А то скорее бы зима бы вернулась. Почему? Потому что зимой круче, чем летом. А че, почему летом круче? Ага, летом тошно. Душно летом, да? Да. А зимой еще холодно, что ли? Нет, жарко, тепло. Да не может такого быть, ты ага. Че? Так ты сейчас куда пойдешь потом? А? По городу. Или назад домой хочешь идти? Да. Ну ты сегодня говорил, поливал, да, утром? Смотри, не забывай поливать. Кого прививать? Цветок. А-а-а. Вот сегодня только Вера. Почти что так-то ты один, никто на кого не дает, честь 8 марта дня рождения, но ты хоть один подарок делаешь, дай бог тебе здоровья. Больше никто мне не дает на день рождения даже сегодня. Только Лента еще спасибо и тебе спасибо огромное. А то всем жалко на кого дать. Братуха, черт. Держи. А ты не обидишься? Держи. Нет. Ну, спасибо, ладно. Держи, ну, братуха. Спасибо, держи. Тогда буду опять закаляться. И не буду Деда Мороза бояться. Спасибо. Лишь бы, понимаешь? Черт. Ну ладно. Лишь бы ты был здоровый. Спасибо, ладно. Самое главное, не болей. Не буду. Нет, самое главное, не болей. Не буду. Чтобы ты был нормально у тебя. У меня жены нет, я никогда не болею. От жены только болеешь. Вот так вот. От жены быстро болеешь, от девушки. Любовь это не уотрепка, а мне никто нервы не трепет. Вот так вот. Только один Дед Мороз в другой раз. Что, Дед Мороз? Да, я его с собой ношу. Иди. Иди, а то сейчас жена заревнует. Как тебя зовут хоть? Денис. Как зовут хоть тебя? Денис, все, тихо. Денис? Да. Все, ты не обидишься, говоришь. Я боюсь. Ты не бойся. Так потом ты скажешь, что я у тебя выманил. Да не выманил ты у меня. Сейчас какая жизнь пошла. Недавно в общаге-то парни убили за 100 рублей. Вот так на Москву. Бывает такое, да. Вот так по телеку показывали. Вообще капец. Нам как... Нам все вообще легко. Да. Да. Вот, чтобы мне жарко не было, Деда Мороза с собой нашел. На. Вот он мой Дед Мороз. Да. Чтобы мне жарко не было. С собой Деда Мороза таскаю. Всегда. А с ним легко, да, всегда? Конечно, холоднее на него посмотришь. Холоднее? Сразу мурашки, как у Наташки, бегают. Спасибо, что поздравил. Здравствуйте. Так, посмотрю, что сейчас скажет. Ну ладно, где еще? 684 рубля. Спасибо, что поздравил. Желаю тебе счастья и здоровья, сам не болей, ладно? Конечно. Ну, Ваньку не забывай поливать. Самое главное, ты не болей. Да не буду болеть, я сказал, уже ты не болей. Самое главное, ты не болей. Спасибо. У кого жены нет, тот человек не болеет. У кого жена есть, тот болеет человек. Да. Меня эта девушка не поднимает же в 6 утра. Давай, давай, вставай. Сколько хочу, сплю, валяюсь. Все, пойдем кока-колу заберем обратно. Ну, спасибо за поздравление тебе, честь, как говорится. Ну, огромное спасибо. Да, вот здесь даже указано. Видео даже парень даже поздравил. Ну. Сегодня бы сюда бы не ходил бы, если бы сегодня бы смс-ку бы не написала, Лента не поздравила с днем рождения бы. Я бы сюда бы не пришел бы. А видишь, коко сегодня любят. Да. Что зря Сенец. Кепка ихняя, вон она. Сенец. Они же видят, что их не клиент. Кепка-то же это ихняя. Что ты там меня сейчас... Так, где Ванька мокрый? Ну, спасибо еще раз. Желаю тебе счастья и здоровья, а. Ну. Так ты не обидишься, а? Нет, конечно, что ты. Так, ну-ка, свою жену не потерял. Вот она, моя жена, не потерял. Которую в Новосибирске нашел. Не потерял. Что за жена? Моя русалка, на. Это моя жена, на. Я ее в Новосибирске нашел, на. Я-то рыба по гороскопу, а вот моя жена, на. Вот так. Я, как говорится, рыбка, а это моя жена. На речке купался, на Оби, нашел в Новосибирске. Вот так вот, вот. Моя жена, ясно? У тебя другая уже? Так уже Ванька расцвел уже у меня из-за того, что и сегодня праздник же 8 марта. Угу. Хитрый такой, Ванька же цветет вот такой пятифигурный. Тебе-то я дал махровый, как розочками им дал, а я-то люблю вот такой пятифигурный. Вот так вот. Вот. А что тебе вдруг понравилась такая кепка и вот это очки? Почему они тебе понравились, а? Потому что стильно смотришь. Так а не зря же сегодня около 30 тачек мне сразу одному человеку стало завидно. Чего они мне-то не сигналят, а тебе сигналят, а? А я говорю, а ты одень вот такие очки и бутылку попей, кока-колу, тебе тоже будут сигналить, а? Да, или вообще, я говорю, шорты иди одень, свои эти брюки сними, джинсы. Или обрежь просто жимцы, тогда будь тебе сигналить. Вот, а все не зато мне из-за этой кепки, из-за этих очков-то, как говорится, со всех сторон. Вот сразу он, слышишь, поехал кто, а сразу проехала тачка, легковушка.